апреля в Польше начнется государственная перепись населения. Мигранты, как часть польского общества, участвуют в переписи. Опрос будет проходить в форме онлайн-анкеты. Форма вопросов будет подстраиваться под каждого пользователя индивидуально на основании его ответов. Для иностранцев будет специальный дополнительный ответ «Не знаю ответа на вопрос». Кроме специальных вопросов для иностранцев, необходимо будет ответить на вопрос о родственных связях, о вашем проживании в Польше и дать ответы о вашем жилье. Начало 1 апреля 2021 года. Полученная информация позволит понять демографическую ситуацию в стране, социальную структуру населения и позволит определить, сколько же иностранцев находится в Польше.